Привет всем агентам спецотряда! В сегодняшнем видео я расскажу, как получить новый трофей для рюкзака «Старый Томми», а также покажу, где найти ключ и саму тайную комнату в студенческом союзе Кенли, последнем третьем крыле экспедиции «Колледж Кенли». Итак, прибываем на место назначения. Заходим внутрь и активируем эхо-маяк. Далее нам нужно запустить протокол осмотра под названием «Терминалы СВУ». Ну а теперь первым делом отправляемся за ключом. В моем прошлом видео о том, как открыть тайную комнату на станции метро Кенли, я показал лишь один возможный терминал, где можно найти ключ. И в комментариях Андрей Ган сообщил о том, что он у него был неактивен, и что он нашел еще несколько терминалов. Поэтому в этом видео я покажу вам целых 5 мест, где вы сможете найти ключи. Вероятно, это не все, поэтому если вы найдете еще, можете делать скриншоты мест и оставлять ссылку на них в комментариях под этим видео. Ну а теперь, когда мы разжились ключом, отправляемся открывать саму тайную комнату, в которой по традиции вы найдете немного бесполезного лута. Ну и напоследок, местоположение заветной висюльки на рюкзак. Находится она неподалеку от тайной комнаты, поэтому если вы будете двигаться тем же маршрутом, что и я в этом видео, то нужное место определенно не пропустите. Ну и на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем покеда!